Японцы напали на русских ученых. WhatsApp все-таки заблокирует. В Приморье массово травят птиц. Австралии не существует. И все это фейки. Это программа «Фейкам нет». И сегодня мы проверяем очередные новости на прочность. В китайских СМИ появилась новость, что японская береговая охрана атаковала российский корабль с учеными. Якобы они зашли в воды близ Фукусимы для взятия проб. Японская береговая охрана в попытке скрыть реальную ситуацию со сбросом воды с АЭС «Фукусима-1» атаковала корабль водометами. Это сообщение – слух, который распространяют без ссылок на какие-либо источники. В действительности нет никакого подтверждения случившемуся. В российских СМИ нет сообщения о заходе судна на территорию рядом с Фукусимой, как и нет информации о конфликте в официальных источниках обеих стран. А достоверные новости – только в социальных сетях УТВ. Подписывайтесь! В России снова хотят заблокировать WhatsApp, пишут в сети. Кроме того, утверждается, что YouTube также среди сервисов, которым планируется ограничить доступ. Эту новость опроверг глава Минцифры Максуд Шадаев. Он рассказал, что тема блокировки YouTube и WhatsApp сейчас не обсуждается. Допускалось, что популярный мессенджер может быть заблокирован, если запустит функцию каналов. Однако в компании, которая им владеет, поспешили заверить, что на территории России этого сервиса не будет. Какая-то тварь травит птиц по городу. Будьте осторожны, выгуливая домашних питомцев. Такое сообщение появилось в одном из пабликов Большого Камня. В комментариях заметки настоящий конспирологический ад. Кто-то предположил, что мертвые поползни и синички – жертвы птичьего гриппа. Конечно же, приплели и пресловутые сети 5G, якобы от их излучения гибнут птицы. Что ж, пора снова напомнить городским жителям, что подобное происходит каждую осень во многих городах России. Причина заключается в начале массовой миграции мелких певчиков. Птицы родились в лесу и никогда не сталкивались с опасностями городской среды. Они гибнут, врезаясь в отражение в окнах, принимая их за чистое небо. Миграция продлится весь сентябрь. Конспирологи утверждают, что Австралии не существует. В качестве аргументов сторонники теории заговора приводят тезис о том, что доказательств существования страны нет. А все фотографии в сети сделаны с помощью фоторедактора. В целом, главный аргумент конспирологов – философская позиция солипсизма, согласно которой объективный реальный мир отрицается. Единственная достоверная реальность – это собственное сознание. И раз Австралии нет сознания автора, ее якобы нет в реальном мире. Также утверждают, что австралийцы живут не на отдельном материке, а на различных островах Индийского и Тихого океанов, а то и вовсе где-то у берегов Южной Америки. Авиакомпании в сговоре, а нанятые актеры разыгрывают перед туристами роль аборигенов. Честно говоря, даже не хочется разрушать этот миф. Те, кто в него верит, все равно ничего не поймут. А те, кто не верит, в этом и не нуждаются. Такие фейки были сегодня. Не забывайте проверять информацию в нескольких источниках, самостоятельно читайте официальные документы, не ведитесь на манипуляции и хорошенько подумайте, прежде чем нажать на кнопку репоста. Мир не всегда такой, каким кажется.